Новые спортзалы, новые возможности открылись для жителей села Бановка. Теперь здесь будут проходить и межрайонные спортивные соревнования, и любительские тренировки. Подрастающее поколение уже испробовало на себе новые условия. Зал просто супер, и в нем очень удобно играть. Нам всем нравится. Мы теперь создали новую сборную по волейболу. Наш тренер тренирует нас. Надеюсь, мы будем чемпионом. Это была мечтой моего детства, чтобы мы из маленького школьного спортзала перешли в огромный, красивый, просторный спортзал, где мы, и не только мы, а уже подрастающее поколение смогло бы нормально развиваться и оттачивать свои навыки. Вместо фойе Дома культуры сделали большой зал для волейбола. Здесь индивидуальные ящики для хранения вещей в раздевалках и современные душевые. Этажом выше тренажерный зал. Если говорить за Болградский, Измаильский, Ренийский район, это, наверное, получился один из самых передовых спортивных залов в плане не самого помещения зала, но вот оснастки. Думаю, что здесь уже будет намного комфортнее проводить любые соревнования, которые здесь будут. Спортзал оборудован по последним нормам. Учли все, продумали систему пожарной безопасности и подключили сигнализацию. На реализацию проекта областной бюджет выделил 1,5 миллиона гривен. Сельский голова Бановки не скрывает радости. Виктор Генчев рассказывает, односельчане давно мечтали о таком зале. Понимаете, это мечта многих поколений бановцев, чтобы был свой спортзал. Его здесь нет. Сейчас у нас это появилось, это, скажем так, даже старшее поколение, которому уже далеко за 60, говорит, мы так мечтали об этом, говорит, а вам уже повезло. Повезло уже нашим детям. Уже на днях здесь пройдет межрайонный турнир по волейболу. Юные спортсмены уверены, что с такой площадкой их ждет только победа.